прикольно, пулеметчик. Вообще, второй держите. Школу можно вводить? Блин, думаю, что нашими средствами можно сейчас вижу, что они там бегут. Должно хватить, да? На дом? На... пакета, блядь, я им, сука, дом снять уже. Слишком много я взял, да? Не, берешь нормально, просто ставишь 10 метров от всей этой хуйты, и отлично все. Второй, прекратить огонь! Не могу понять, так, ладно, то есть большим таким, хотя не нихера. Их очень много с этим. Где-то на 160 сделал. Или видно редко. Сколько 3 так. Ты выжмешь. Я не знаю, они. Смотри, справа от тебя где-то. Не, я зимот не скажу. Градусов, наверное, про 15 правее от тебя. Там такая, блядь, ну, выход на второй этаж, а в одной этажечке, блядь. И вот там вот внутри сидит жмыхся, блядь.
Вот я сейчас примерно место. В этих черных домах. Пример. Видишь или нет? Нет. Второй. Ну, вот ну вижу, вижу, все, теперь вижу. Вот, точно в тех все буду теперь синий видовать, нет, все. Такая арочка, блядь, как будто похоронка. Второй, прекратить огонь. Бля, вот у них есть такая хуйня охуенная, блядь, с ЗГСом, с М2, блядь, бронированная, всё так. А у нас нету, блядь, у нас своя тигр, блядь, с открытой рубкой, блядь. Блядь, они эту башню захватят. Они еще и КШМ туда обстреляют, блядь. Их ребята там много. Чем две. О, какой-то был звук, а? Внутри не такой топовый, как издали. Просто там горки и примерно где-нибудь пеше можно на кружке, наверное, развернуть. Я думаю, так. Там есть еще места, но они более опасны. Я не думаю, что они будут с нуля делать. Да никто не будет с нуля делать. Прибучая восьмерка, она везде одинакова. Она, по-моему, с первой армы еще во второй прикачала. Как у Урал. Это понимаешь, восьмерка. Урал... Урал просто делал, перекачал с первого, второго. Эти две техники уже столько повидали за эти за это время. Я бы сказал, что из ОФП, но это правда. ОФП так, такую хрень. Так, по-моему, сейчас так, нам будут отстреливаться уже. Вот сейчас скажи. А, скажи, как сотка будет. Сотка. 120. Да. ВМП 1 километр. 60, вертолёты 2,5, конечно. Да, я прям ветку ударился и умер, блядь. Плохая идея. Ну, задумай, если бы голосование было всё-таки. Перед началом, чё будет? Сколько на зелёных? 2 квадрата примерно. Чё? А, не... Там очень много с горы, блядь, то есть ну, ты будешь пешком идти. Пешком будет. Просто. Да давай попробуем лучше пешком. 100% дойдет туда. Ты сам видишь, сколько до сюда лететь, блядь. Как там, блядь, 500 метров? Нормально. Главное не зацепиться. Тут уже с города нас. Ты бы мог спуститься сейчас. Наша. Ну, восьмерка летит, блядь. Нормально,
Они там над городом летают, их не убивают, а мы вообще... Их же тоже сбили. В том времени. А, уже сбились, да? Я просто не вижу, у меня там туман. Нет, до этого. Вот и сейчас, похоже. Так как хуйню удобнее рисовать, чем кликать на карте, там что-то будет, синие точки вот эти вот, блин. Зажал контрол, убил кого-то, все. Да, изи. Да. Классик. На этой линии осталось. Что было? Все, разворачиваем. А, вот здесь есть инструмент. Так, надо дома автошоу. Как вы мне теперь дойти до этого? Кто? У нас бэха прям под нами. Я взял. У тебя угышка. Фугас. Нормально. Лаж быстрей. Так, ну это наша БМПшка. Какой он тормознул? Ты меня сейчас убьют уже 5 раз уже. Так, я убил второй, одного. Прекратить огонь. Ближе подойду. Ты влево смотри лучше, блядь. А что слева? А там база слева чья-то. Ну, в смысле, наша теперь. Все, на бэхе больше нет никого. Починишь ее? Там внутри лежит. Попробуй. Так, если починить, тебе надо в гору опять уезжать. Здесь, наши уже все умерли с этого направления, понимаешь? Полный один остался. Начал. Он быстрый. Немножко взяли и умерли. Я знаю, куда их. Ко мне же. Ко мне к ней же. Стой. Теперь вот поехали вперед просто. Как выбить? А я выложил, да? Не, я не выложил. Красный. Она плавает? Да. Поднимать надо? Нет. Воздух. Я просто типа... Только не останавливаюсь, потому что, блядь, сейчас... Никто не... Верни, блядь. Может, по нам сапоги выстрелили, блядь. Вот тут за камни слева нормально будет? Или просто... Поехать? Да, просто, чтобы по нам... Подожди. Тормозим тут? Да, здесь. Надо его вычистить опять. Иди смотри направление запад. Я чиню. Запад? Да. Надо уехать на этот. Сейчас я покажу это куда. Вот на этот черный круг. Вот сюда вот и уплыть будет прекрасно. Мы прям будем там почти все. Ходит, 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 ищет нас. Все, не ищет. Больше не ищет. Поплыли. Е-е-е-е. Сейчас она пропадет. Давай еще ищем. Что делать? Быстрее. Я еду как могу. Вот. Свесимся немного. Я тебе скажу, когда стоп. Вперед, вперед, учи. Здесь, стой. Стой, выходи, высматривай ее, пытайся. Где-нибудь вот здесь, в низине. О, так я еще раненый, оказывается. О, вижу, блядь. Жмухов. Второй, прекратить огонь. На 340. 9. Он не понимает, что происходит. Все, пропал. 6-6. Второй, оттуда. Прекратить огонь. Спасибо. Я оптика или так? Ну, оптика от СВД на калаше. Нормально, чё. Вот, блядь, ПСО это классика. Для силы. Второй, всё. Прекратить огонь. Вниз полетели? Чё, полетели?
Надо к Кашенко и... У меня еще выстрел есть, наверное. Может, захват, попадем. Захват города недалеко здесь. Подожди. Сколько? Далеко. 2,9. Блин, ну должна же быть где-то она здесь. Вражеская Кашенко. Блин. Они же не просто так туда бежали. Второй, прекратить огонь. Предлагаю взорвать. На другой стороне шли. Да и опять же, смотри. Найдем у Кашенко. Пусть она будет стоять, ну вот. На 328. Выстрелов много, пристреляюсь я точно. Много, два. Ну, у тебя еще. 4. Так это 2 можно кошелек сразу добавить. Так, вот и вертолет. Скорее всего, забирать ее. Да-да-да. Это RPG. Не понимал, что будет зависать, и мы увидим машину. Она? Не думаю. Вот она, блядь, где была. По-моему, еще взорвал, да. Который у тебя? Я уже. Второй, прекратить огонь. Возможно вообще? Нет еще. Я думаю, задний. Нет, нет. Сука, ебать это. Второй, прекратить огонь. Второй, прекратить огонь. Что он, блядь? Чисто в задний юбит, разве? Косплей нападение черного ястреба. Он второй летит. Что же ты? Китай. Ой, старая вертушка сейчас или заходит, или упадет. У меня уже нет выстрела. Или упадет. Нет, она просто крутится, там вертится. Я к этому. Как она... Она садится. У нее работает задний ротор, блядь, понимаешь, блядь? То есть он даже не вывелся из строя, блядь, с RPG. Разбился, блядь. Дерево какое-то. Так, ну в городе у нее, значит. Он поврежден, он работает. Второй, прекратить огонь. Жесть. Просто жесть, мне сказать. Он даже, вот понимаешь, она может спокойно сейчас сесть. Да он уже сел. Блин, ну не, так потому что он не имеет возможности. Ой, батя, ты можешь это сделать. О, к нему. Не долетает. Она не долетает. А у нее самоликвидатор. Блин, батя, видно, да. Раньше ты с этой херни мог бы. Давай будем ее добивать. 861 метр. 700 метров где-то. 861, 850. Потому что наш восьмерка пролетел, да? Так, Кшем еще. А, Кшем, блядь. Второй, прекратить огонь. Второй, прекратить огонь. Как я вовремя посмотрел на них, слушай. Это таран. Это сволочь. Кшем наш второй в городе стоит. Пошли к ней? Подрывать? Пошли, прогуляемся. Километр. О, я как раз на легке бегу. У меня все отстрелено. А чем подрывать? Второй! Прекратить огонь! По ГПшке же есть. 8 штук, я не знаю. И был прятать, как подарок, очень надо его топить. А лучше ехать. А чё ехать там остров? Ну, чё ехать? Пошли. Найдем. Выкинь рюкзак, он тебе уж не нужен, наверное, если за РПГ. Ты прав. Вообще ничего не надо. Ну, второй! Прекратить огонь! Кашем нет. Кашем нет, он точно. А, да? Понятно. Да. Она как бы есть, но ёпан. Мне кажется, вот это меняется. Выглядел ты забава такой. Не зря бежали ещё. Ты думаешь, она заберёт? Нет, гранат. А где Кашем? Тебе есть? Вот. Кашем мы не сядем, потому что... Давай если готовим. Мы сядем... Давай готовим. Нет, надеюсь, не сядем. Давай Кашем, мы же мы их.
штука. Бля, реально аналогично просто прошло. И забыл. Гранат есть? ДПшка. Подожди, может заберут? Это... Подожди. Не, убирай. На всякий. Не зря же он там садится пытается, подожди. Там садится. Он бы здесь бы нас забрал. Даю. А, ну блин, ладно. Ну блин, он сейчас попробует такой садиться. Нет, бля, реально садится что ли? Гениально. Нет, ничего там нормально. Ох, как мне круто. Голый калаш, без броника, один магазин в калаше. И башу в кашу сейчас будет. Так, надо парашют взять, короче, сразу. И готовиться. У меня один вопрос, зачем? Зачем я тут? Так, в чем проблема? На кашее высадишься, поедешь, телепорнешься на базу, с базы уже обратно на кашее. Ладно. Ну тут с РП еще можно почти что поэтому. Ну ладно. Ну блин, когда восьмерка не вылетит, короче, полкраса на МБУ будет. Смотри. Пожите. Ctrl-C. Я, короче, я телепортнулся отсюда. Я... Не понял. Первый. Я свернул или нет? Угу. А кто-то сквозь салон тут стоит. Зачем-то. А во. Забавно. Ну, я вас даже. Слушаешь? Так развернуть. Пошли. Я на базу тех подожми, мне переворожиться надо. Я все время с этим. Теперь они поехали. О, сервер не представляет, как надо. Я даже не слышу его. Слева ты как Приварова. Сзади за нами летит. Ну, сейчас попробую войс чат включить. Будет заявить. Если попадешь в окно, то... Может, вот здесь стол, вот эти... Лэр один, вернись на вертолете, забери кэши. Да, там же вертолет влезли. Пусть от чего-нибудь забрали даже пушку людей. Да единственное, вот эти гранатометы, шведские вот эти, М-136. Модификация есть специальная, что можно из комнаты стрелять, если вот так есть. Ну, из помещений с РПГ стрелять можно. И у нас есть так-то. Не, ну там
Нельзя, ты чё? Нельзя с семёрки, нельзя стрелять. Ничего. Ну, погибнешь, блядь. Чё там интересного, блядь? Смотря какое помещение. Ну да, там метров 10, конечно, коридор будет, ты можешь... Чтобы стрелять в помещение, накладывают просто в мокру и сразу не валил. Само, блядь, мистер делал 4 метра. На часть гранатомета, всё, струя гасится. Все время, две чеченские компании эти стреляли, чеченцы, блин, с домов, с окон, с РПГ, сидят обычно. Сзади мокрую тряпку накладывают. Еще одна точка слили. Охуенно, бля, я прям чувствую, хотя бы один бунт, блядь, не курите, ребята. А он с издевкой это говорит, или он для тапу серьезно старается? Куда лететь? Возьми левее, 2 минуты. Походу пацаны тоже летят. А, это глобус. Варвару прям летит с этой, с пешемом. Он прям это уверенный. Тупус, глобус. Рядом с нами американский вес. Блин, глобус, ты прям на танк летишь. Да не летите на точку, твою. Минута. Он тебе сказал, да ты что, я высаживаю здесь, упрыгивай. Уничтожать его, блядь. Спасибо, Юрий, за новости. Нормальная, 8 метров. Сука, нашел меня. Все, 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 пошли. Все, давай, смотри, там рядом с нами верь был. Вижу. Фокус сраный. Что они делают? Ай, блядь, тоже не попал. Тут все прилетели, верно? Не дайте подцепить там. Видишь, Юрич? Попался. Абрамс убил меня. Ой, там перестреляли их там всех. Я тоже. Да их там уже все перестреляли, наши. Сука. Один. Так, шмарнуть надо, чтобы нас не спалили. Заебись. Так, ты под водой? Сейчас вверх исчезнет. Я да. Цербер, погоди, Цербер. Прям вижу. Кажется, с чем рядом. Бля, ну прям на мне. Ну где там был? Ты ж прям видел все это. Надо купить Steam на игру в нашем случае. Заебал. Альвьера, блядь, сука, не умеет летать. Ну, здесь тоже так полно, блядь, кинематографичных моментов, согласись. Yeah.
текстуры будут на этом вылез. Не вижу. Где вот там кумира прячет? Все это вот индосы. Так, вот пиндос, блядь. Вот кумин, блядь. Это пиндос, я больше. Не услышал. Да, блядь, нереально прилетел в нос. Пизда. Оно же не это, оно... А не, нас... ты же не будешь с ней постоянно летать? Не, прикинь, реально все угнать. Все, чувак. Они не уйдут никогда, нет. Куда поехали? На следующую зону ждать хотя бы. Ну или в крайнем случае взорвем КШМ. Давай. Все? Так, можешь ждать по GPS? Куда ехать, чтобы выехать из этого ада? Джон, не выведи нас отсюда! Да вот по этой дороге уже. По нам. Езжай, езжай, езжай. Мне не хочет он сквозь эту преграду ехать. Он бежит. Сука, страшно. Ты что по нам? Не знаю, страшно. Блядь, дома ломай. Там дома, по сути, из того же самого. Бля, я, прикинь, я это все не пишу, блядь. Ну я записываю нормально. Не, тут у меня топовая картина. А, начал писать? О! Да. Это кто? А, это ты стрелял? Я. О, вот это топ. Сейчас опять самый первый будет. С машинами мне очень, конечно, вот напряжно сейчас. Вот он... Чё? В армии, когда мышкой водишь, он... Как ты знаешь, плавнее едет. Здесь. Давай туда, давай налево, 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 а налево. Чё налево? Там забирает, хоф, что-то забирает. Сафари начинается. Экстремальное сафари причем. А таран противника разрешен? А, я вообще не могу. Не бой. Голову пригни. Не. Сука, он не хочет ехать. Вот пониженную. Что он делает? Я знаю прям. Да вон уже прям надо. Стой! Все, стой! Где, выходи! ГПшек, ГПшек, ГПшек! Какая дистанция? Почти сгорай! Слушай, погнали КШМ, у них спиздик, блядь! Прям по курсу КШМ, давайте! Давайте не вафли. Падение черного ястреба в Австралии. Я тебя прикрываю, если сейчас справа. Топо. Я думал, нельзя сесть. А, она сразу горит. Она сразу горит. Сел в нее и сгорел. Да, сел в нее. Ломай, говорю, все. А, ему вообще то есть насрать?
Разворачивай! Разворачивай! Стреляй тоже. Развернул. Развернуть, вылечиться. Господи ты, боже мой. Это было жёстко, да. Я тоже видел новый скайп для андроида, тот уже ничего не умеет. Это кто? Это кто? Как? Фильтры. У тебя есть шанс, они его не попадают. Лутекс 66. А, вижу, да. Они с крестом. Куда сзади, передний? Пониже. Под дом. Блин, Тульки, ты видел это? Нет, я прячу. Сзади вперед почти есть. Вот туда, попал. Блядь, козу, ёбаный! Там дым есть, может, что-то? Нет. Мне ещё надо заехать, нет, пожалуйста. Если ты уйдешь за этот камень, всё, ты закроешься. Ну сколько? Добавьте меня в эту самую группу. Всё, доехал. Заехал? Да. О, ты потом увидишь, что просто ты такой эпик, ёбаный. Я видел всё это. Записывал? Да, да. Ну, чуть-чуть. А под конец уже. Да насадь. Так. Развернуть КШМ. Вылечиться. О, чини. Ну хоть рюкзак. Рюкзака нету! Да, есть. Давай, ты чини. А, это я еще вообще не сходил. Понижили передачу топ просто. Ой. Две колес. Ставить ты его, скажи мне. Надо другое место. Надо вот сюда, Костя, вот я отметил. Там новое место есть хорошее. Починил ты его, нет? Да, конечно, мы прям доедем до туда. Лучше в город, сюда. Так, свернушка. Место водить. Так, я пониженную, ты со мной? Я с тобой. Быстрее садись. Ой! Я сел уже. Стой, говорю. Порядка. Это случайно. Я готов. Меня вытянуло. Давай быстрее садись. Ты зачем меня из машины вытолкнул? Давай быстрее, пока Барнеля не опомнилась. Да я пытаюсь, нет, это не по нам. Рядом. По всем рядом. А здесь у нее открыто. Алза дома. Она не увидит. Там камни. Кирпич. Она пока не видит. Не-не-не, здесь, не здесь, не здесь. Здесь видит. За улицу налево. Налево, налево, налево. Я смотрю в зеркало заднего вида. О, заправка, заправка. Вперед. Впереди в заправку. Да, прямо в заправку. В гараж. Робочка приложу. Меня чем? Убили. Он серьезно, он не собирался останавливаться. Он здесь проедет. Обратно прикладывается. Она не открывалась, ворота. Надо было заезжать куда можно. Сука, ёшка, ёшка! Садитесь куда-нибудь, расстреляйте, я нахуй. А, ну уже поздно. Или не поздно. Давай.
Почти. Блин, надо было бы. Уже поздно. Она не заряжена была. Не, я не могу. Блин, а это какая была, чуть не увидел, с ракетами или нет? Начнет башни шевелить, скажу. Давай, давай, чини, друг, блядь, чини БМП хуй, блядь. Ты же, блядь, на ней так охуенно гонял. Вертолет опять. Вот смотришь, блядь, вот там, блядь, кто-то гоняет. Я за вертушку смотрел. Это свой. Ты уверен? Да, я на карте посмотрю. Очень. Пройди в мою сторону. Езжай быстрее, Серега, заводи, блядь, садись, блядь, садись сам на водителя, уезжай вперед. Давай, давай, давай. Вперед и влево, 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 влево. Что, блядь? Все правильно, он едет, блядь. Так слева, внутрь, ну куда? Ни хера не слева, стой, все. Ты в безопасности. А откуда вы пили? Сука, откуда мы, где мы стояли? Прямо вот один в один, блядь. Все. Азимут можешь дать? А, ну, собственно, за горой там, да, вот туда. Ни хрена, блядь, нам просто пашки, значит, целый. Там, Давайте смотрите на южную полусферу. Там вроде стрел с БМПшки, а БМПшки там у нас нет. А, у нас есть. К нам едет танк рядом, уже упор поднимает сейчас горку. Направление. Прям как мы ехали, прям как мы ехали. Серег, на стрелка умеешь? Или чё? Чё на стрелка? Или я он на стрелка решаю. В кружке, он сейчас в этом кружке. Тоже 7, это русский танк. Проверь, какие заряжены. Бронебойный там заряжен. АВМ-41. Перезарядить их нельзя, пока не отстреляешь. Блин, ну... Так. Нет. Ниже, он ниже вас, блядь. Отъедьте назад, вы не светите. Вы не светите. Фу, минус энк, живой, левый, правый, живой, минус пушка. Куда вы поехали? Ну, зачем мы на него вылезли так, что мы не можем его стрелять, а? Я вам не говорю никуда ехать, блядь. Что тут такая за сладкая БМП-3 стоит, блядь? Закрыто это или нет? О, у нас халявная БМП-3 есть, поехали. Бля. Отвразие? Ты уверен, что это халявная? По-моему, ее типа гонял. Блин, так. Чё? А хули он ее не закрыл? Не знаю, ну мне... Не кошерно как-то. Блин, ну. Она поможет нам очень сильно, в отличие от бетера. Она топовая. Давай, поехали. Че, ее берем? Ну, не знаю.
знаю, туши надо взять. Да вот этот, блядь. Еще можно. Не полетят. Пойдем по МП-ход. Сейчас чем? Короче, сейчас погрузить сразу лучше скажи. Тут все можно выкинуть игроков и так далее. Но я не думаю, что она пропала. А, ты делаешь. Посаживается туда красный кругливый запад. Чего удался, блин? Че, через заливчик стреляет самый тот, мать, ты че? Че, блядь? Че ты въебуешься? Въебуешься совсем, блядь? Он с парары, блядь. Ой, по нам попали. Я пройдем, блядь. Сейчас никто не узнает, что он бы трестер. Ни хрена там трестеровка летит. Ваня, мне страшно. Там кто слева сидит, у него обзор явно хороший сейчас, да? Хороший сер. Фиг. Ловае. А. Ой, чё? Мне неудобно как бы на водителе. А, всё. Возьми, на нолик нажми, он уходит. Всё нормально, да. Ох, какой трассер хороший пошел в ту сторону. А там нету машин? Машин не было вроде как. Вижу пиндос. Не убил. Вот я прям на нее смотрю. Вырубил. Противник вот БМП 1.5 километра прямо на восток. У меня не очень хорошее качество карты, чтобы вы понимали. Я не вижу. Не вижу, очень хорошее. А ориентир есть какой? Блять, с горы спускается. Чуть-чуть. Нет. Домик видишь на самый верхний топ? Во-во-во-во-во, именно оно, да. Только куда-то ракета исчезла. Опа. О, все, взорвалось. Пизда ей. Я вообще не видел, хренати. Ну, видите, блядь. Ну, интересно. Ты куда? Кто включит на 81? Интересно. Ты издеваешься? Неинтересно. Она исчез, близит туда. Нет, она не доверна. За ним восьмерка. Не восьмерка гонится с этим. О, это бродля наша, да, это бродля. Жди лучше, когда он хаммер выкинет. Тогда веселее будет. Сейчас тормозится. Давай здесь, вдруг. Садись. Пам. Огонь не стоит. Не. Прекрасно. Прекрасно. Не зря должен. Солнышко стоит. Кажется, да, вот это 10 километров по нашему. Да, вот прям вот. Она сбила нас. Чуть выше дороги за забором на 79. 79. Вот прям куда я смотрю. Я тоже что-то смотрю, но я что-то. Блин, вот очень близко к воде находится. Забор. Блять, даже не знаю, как трассирную кидам. Слушай, я трассирную сейчас туда, подожди. Давай. Трассер. Вот трассер был. Вот. Чуть ниже только. Нет. Вот вижу дорогу, куда этот трассер пал. Ладно, вот, короче, ну это. Вот, мои трассеры идут. Куда? Выше, 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 левее, чуть выше, левее.
Правее, ниже. Да, правее. А, вижу, все. Я думаю, что разорю. Чуть-чуть ниже. О, и еще один. Ну, все, там еще нет никого. А где там это бэк? Напомни мне. Да, да, все. Красиво. Блин, с таким начинали разрывом и так в итоге победили. Ну они перестали играть, честно скажу. Ну, возможно. Я там, блядь, не знаю. Его 5, наверное, осталось свободное место.